Друзья, с первым днем весны, с началом весны, 1 марта 2024 года, 7:15 утра, Витязева, пляж Венера. По-прежнему здесь вода, лужи, течет. Вот построили новый отель, и вот шланги с него скачивают воду. Сливают, видимо, затопило, и сливают прям на дорогу, на тротуары. Вот такая весенняя страда. Вот слышите, работает генератор, качает насос. Вот так, друзья, происходит. Так, всех еще раз с началом весны. А это значит, что уже остались считанные месяца до летних отпусков. И уже вы непосредственно приедете сюда, вот на пляж Венера, Витязева. Будете отдыхать, купаться, загорать, наслаждаться морем, солнцем. Но кто-то и чем-то другим. Не будем уточнять. Кстати, сегодня прям было... такой красный-красный восход, красное утро Витязева. Как я выезжал, оно прям было красное-красное. Я успел несколько фоток сделать. Вот. Перед репортажем ставлю их показать. Ну, приехал на море, уже от красноты ничего не осталось. Вот там розовость проглядывает. Так, ну мы к морю. Я на пробежку. И дела-дела, подготовка к сезону. Ну вот вам, друзья, для вас весеннее утреннее море. Небольшие волны, барашики у берега накатывают чуть-чуть. А так ни ветра, ничего, погода идеальная. Вот такая красота утром на море Витязева. Еще раз повторяю, ловите моменты и хоть одно утро рано обязательно выбирайтесь на море рано утром, когда море спокойное, чистое, воздух особенный, ну просто непередаваемые ощущения. Не поленитесь хоть раз в отпуске, встаньте утром и придите рано утром на пляж, на море. Получите непередаваемые ощущения и эмоции на весь день. Ну и так... А я на пробежечку, друзья. Вот такое мое обмундирование. Наушники включаю. Ну, шарфик одеваю. Стекла машины еще у нас подзамерзли с утра. С утра еще все равно так свежо. Ну, на всякий случай шарфик одел. Ну что, вперед. Физкульт, привет. Фу, друзья, добежал до Тартуги. Ну вот, что творится на Тартуге. Если там чистят... все четко, то здесь, смотрите, все навалено. Фу. Ну что ж, вот такая идиллия пляжа в межсезонье.